смотрите Fashion TV, с вами я, Карина Насырова. Сегодня в пространстве ЦЭК состоится фэшн-шоу от Андрея Пономарева. Андрей уже давно узнаваем в модной индустрии благодаря своим ярким концептуальным показам. И мотив коллекции Go Wild – это леопардовые принты. Мы увидим образы из натуральной кожи с металлической фурнитурой, милитари костюмы и эксклюзивные вечерние модели из натурального шелка. Как давно знакомы с Андреем? Да я не знаю, лет, наверное, 10 больше. Андрюша, ну правда, никогда не останавливаться, чтобы у него всегда отлично работала фантазия, чтобы люди правильно носили его одежду. Я считаю, это очень важно для каждого дизайнера. Мы дружим уже долгие-долгие годы, и он очень много мне всего потрясающего приготовил лично для меня, и для сцены, и для жизни. Вот сегодня я тоже, кстати, по Андрею Пономареву. Я очень часто ношу вещи, моя дочка обожает. Сегодня у меня событие, моя дочь сегодня выйдет на подиум. Я пришла ее поддержать, помимо того, что я пришла к своему другу, я еще пришла поддержать свою дочь. А чтобы он был счастливым, чтобы вдохновение никогда его не покидало, чтобы было побольше верных, преданных друзей, поклонников его бренда, его таланта. Что ожидаете от сегодняшнего шоу, от сегодняшнего вечера? Ну, в первую очередь ждем клевую тусу, потому что все здесь ради клевой тусы, ну и, конечно же, классный показ. Я жду, что сегодня будет какое-нибудь интересное шоу. Это все равно показ, как-никак, поэтому, я думаю, будет очень интересно. Я очень люблю сильно Андрея Пономарева. Это мой друг, талантливый дизайнер, очень хороший человек. Вообще, парень молодец. Я всегда что-то не знаю, не понимаю, или что-то мне нужно подсказать первым, которому, кому я звоню, это Андрюш Пономарев. Он всегда скажет, да, нет, сделай так, это правда. Я всегда ценю его совет, и всегда к нему прислушиваюсь. Желаю успешных продажных коллекций, коммерческих, и не только, чтобы они тебя продавали, чтобы ты радовал не только Россию, а также весь мир. Мы примерно прикинули, как мы могли бы выглядеть на Евровидении. Я думаю, что в таких костюмах мы были бы точно там заметны. Пусть все получится, пусть будет культурный шок у всех, ну и новых ярких коллекций. Андрюха, никогда не переставай мечтать, двигайся к своей цели, и все будет еще круче. Спасибо, что ты рядом, мы тоже рядом. Если нужны модели, обращайся. Уже 14 лет, как я хожу в его костюмах, на всех сценах, во всех шоу, во всех клипах, и пою песни только в его костюмах. Я его обожаю, это человек, который очень легкий на подъем, человек, который очень детальный, в отличие от других дизайнеров. И все его вещи можно рассматривать под микроскопом. И я думаю, что сегодня он очень удивит людей, и мне хочется, чтобы он удивлял как можно чаще. И я желаю Андрею больших успехов. Я с ним знакома более 15 лет. У нас с ним есть совместное произведение искусств. Он мне сшил мои эксклюзивные куртки кожаные, пальто. Потрясающе. Так что у меня очень много всего есть такого, чего нет ни у кого в России. Чтобы все было так, как у него движется. А я думаю, что это очень высокий пилотаж уже. Но надо выходить и на европейский, на мировой уровень. Мы всегда хотим, чтобы нас слышали не только дома. Поэтому я всегда ему об этом говорю. Все еще впереди, все еще будет. Но надо работать очень много. И он это делает. Андрей вот умеет, сделать что-то действительно. Он делает иногда что-то такое очень яркое, иногда вульгарненькое. Это классно, это правильно. Дизайнер современный должен так уметь. Но вот он иногда умеет сделать так, что это не похоже ни на что, и это главное. Вот в этой коллекции опять-таки такие вещи есть, это круто. Дело в том, мы еще дружны со времен «Новой волны», это было несколько лет назад, мы там познакомились, он был одним из официальных дизайнеров. И затем он одевал очень многих ведущих на премии РУ-ТВ, я вот в прошлом году вел ее, соответственно, мы давно общаемся, давно дружим. А какой любимый образ от Андрея, помимо того самого белого костюма? У него очень классные всегда косухи, кожаные куртки, рокерские стили, которые мне достаточно близок. И мне он очень нравится тем, что это применимо к жизни. То есть любая из его одежд, ее можно одеть и пойти на мероприятие, либо просто отдохнуть с друзьями. Мне это очень близко. Чтобы ты никогда не останавливался, всегда нас удивлял, точнее продолжал нас удивлять. Успеха тебе, поклонников и, конечно же, богатство от твоего любимого дела. И спасибо тебе, что ты у нас есть. Да. И занимайся своим любимым делом. И главное, кайфуй. Расскажите о сотрудничестве с Андреем Пономаревым. Это на самом деле очень давно. И из года в год мы делаем ему оформление, как и многим другим дизайнерам. Я догадываюсь, что тот анималистичный принт, который мы видим,
ваших рук дело. Конечно. Чьи же еще? Я хочу, чтобы у него оставался такой креатив, который у него присутствует. Я хочу, чтобы он делал всю свою одежду глобального просто креатива в его бренд. Чем ты вдохновлялся, когда создавал эту коллекцию? Скрытым эротизмом. Я же сегодня всем об этом говорю, понимаешь? Понимаешь, у меня после новой волны что-то перешарашило крышу, я решил сделать такое все звериное, сумасшедшее, яркое, вот. Ты одичал? Да, без любви, да, как Ольга Бузова, кстати. Андрей, ну я вижу, что ты на обложке журнала «Лукбук». Как так вышло? Прикинь, я давно-давно это хотел, и вот так вот вышло. Сделали предложение, мы сделали такую хайповую. На самом деле, я больше хотел, и мне удалось сделать совместную вот эту коллаборацию с Андреем Пономаревым. И это было потрясающе. Это был тернистый путь, признаюсь честно, для нас, как новичков рынка. Это третий наш выпуск, и Андрей доверился сделать эту обложку, доверился сделать совместное мероприятие и показ. На новой волне ты одел артистов. Да, они здесь. Да, и буквально недавно я увидела целую революцию группы Da Vinci в их стиле. Да, мы решили переволотить полностью Da Vinci, и я надеюсь, нам это удалось. Потому что мы решили полностью поменять их стиль. Они, по-моему, даже стиль музыки сейчас меняют. Ну вот, поэкспериментировали, надеюсь, удачно. Очень удачно, классно. Я надеюсь. Ну, по крайней мере, всем нравится. Билли Айлиш, бойс бэнд, получилось. Да. Performance Go Wild 2020 позволило зрителям взглянуть на мир глазами дизайнера Андрея Пономарева. Шоу посетили друзья и звезды шоу-бизнеса, чтобы в числе первых выбрать образы из новой коллекции. С вами была Карина Насырова. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. We love